Да где его черти носят? Ну наконец-то! Тревор! Тревор! Ты слышишь меня? Тревор! Чё? Эй, Тревор, то, что там произошло, ты это, прости, что я ударил тебя и твоего... Это вообще на меня не похоже. Понятия не имею, что со мной случилось. Ты же простишь меня, да? Ты вообще меня сейчас слушал? А, твою же мать, Тревор! Если б я знал, что ты будешь игнорить меня всю ночь, я бы вообще сюда не пошел. Вау! Ну прости, что пытаюсь провести хоть немного времени со своим парнем. Да не драматизирую я! И почему мне все это повторяют? Не знаю, что сегодня с тобой такое, но если ты продолжишь вести себя как мудак, тогда просто оставь меня. А? Стой, Тревор, ты не можешь уйти? Да ну нет, я же это несерьезно. Может быть, сядем... Поговорим об этом, прошу. Ты не хочешь говорить со мной об этом? И что это значит? Нет, нет, детка, мы можем это исправить. Тревор, прошу, просто... Нет, не так. Да нифига! Тревор! Так, о чем я говорю? Тревор? Господи, Тревор, соберись! Хорошо, что ты спросил. Я тоже без понятия, где мы. Значит, пульт? А, пульт, да. Точно, он здесь у меня. А, нет, тогда... Тогда здесь? Где-где? Ну же! Я не могу его найти. Боже, мы не вернемся домой. Мы застряли здесь навсегда. Нам надо выбираться отсюда. Тревор! Я не это имел в виду. Боже, Тревор, ты вообще голову включаешь? Ты такой лжец. Если я правильно помню, твоя нога наступила на пульт. Как по-взрослому, Тревор, да. Если пульт выпал из моего кармана, это не значит, что я виноват. В этом весь Тревор. Он никогда не отвечает за свои поступки. Ты никогда не отвечаешь за свои поступки. Всегда обвиняешь меня? В своих ошибках. Твоя память, кажется, тебя подводит. Похоже, кому-то надо немного напомнить, да? Помнишь, как ты утопил мою Honda Civic в пруду с фламинго? Или как нелегально скачал песни на мой ноут? Пожалуй, нет. Я бы себя не стал называть драматизирующим. Весенние каникулы 2003-2004 года, когда ты пошел смотреть «Щелкунчика» без меня. Ну и напоследок... Срочные новости. Этим вечером произошла трагедия в пригороде. Бочки летели, головы ударялись, сердца разбивались.
Передаю слово нашему корреспонденту. Блу, вы в эфире. Я на месте преступления, где ранее этим вечером местный придурок Тревор кинул металлическую кегу в толпу мирных жителей, серьезно ранив особенно красивого невинного тусовщика. Которым был я. О, черт. Звучит ужасно, Блу. Так и есть, Блу. Давайте спросим одного из очевидцев. Скажите, сэр, что вы видели? Боже, вы слышали этот пердеж? Погодь, я в телеке? О, боже, я в телеке! Келлен, я в телеке! А что ты думаешь, Тревор? Ты что, дразнишься? Хватит! О! Ты взагалі нестерпний! Не біси мене! Знаешь что? Может, я устал от парня, который такой эгоистичный, невежливый, маленький ублюдок! Эй, Тревор, гляди-ка! Он мой! Он мой! Тревор, а можно мне вернуть мой пульт? Пожалуйста. Всегда ношу запасные. На всякий случай. Тревор, мы же уже не сможем это исправить, верно? Нет, я не про пульт. Я думал, что делал все правильно, но теперь я не уверен. Прости меня, я правда не знаю, что сказать, но... Я думаю, что для нас уже все кончено. А, да, прости. Забыл его. И еще. Прости, что дал по яйцам. But I gotta stay sober, I'll take it and I'll float down this river.